фойе первого этажа театра, Московского художественного театра академического имени Горького. Такой современный театр. Модерн. Мы с вами в театре МХАТ имени Горького. Холл третьего этажа театра МХАТ имени Горького. Вот удивительно, сегодня ни души, народу нет. Вот есть история театра по годам, по десятилетиям. Она очень богата, эта история. Буфет. Надо же, как немножко грустно. Буфет пустующий. Вот ценники. Кофе. В автомате заваривается. Там вид во двор из окна. Пустой этаж, третий. Когда-то здесь бурлила жизнь, были толпы зрителей. Театр был модный, обсуждаемый. Сюда ходили люди на премьеры. Я здесь была в юности. И вот театр опустел. Наработанных. Так государь болезненно морщился, когда он наблюдал за парламентскими республиками Европы, когда он своим тонким шестым чувством видел, что там власть стала предметом торга, предметом инсинуации, когда партии, сидевшие на денежных мешках, вступали между собой в недоброжелательный диалог. Он чувствовал интуитивно этот